Дальше. Если вы благополучно с митинга вернулись домой, и к вам в дверь звонят, стучат, требуют, чтобы вы открыли, вы имеете право не открывать дверь, а точно так же потребовать, чтобы вам показали удостоверение, и либо медленно переписать с него все, либо пускай вам диктуют. Вы точно так же удостоверяетесь, что за дверьми стоят не мошенники-бандиты, а представители органов власти. Дальше. Вы имеете право открыть дверь, а также имеете право эту дверь не открывать. Войти к вам, выбив двери, могут только по ряду ситуаций, которые зачастую не оправдывают себя. Ну, к примеру, если человек уклоняется от принудительного психиатрического лечения, или есть сведения о том, что непосредственно здесь происходит уголовное преступление. То есть, если есть уголовное или административное дело о том, что вы участвовали в митингах, зачастую вас привлекают для начала как свидетеля, то выломать дверь и войти к вам в жилище они не могут. Что вам это даст? Это даст время для того, чтобы вы морально подготовились, чтобы вы смогли ознакомиться с законодательством, еще раз для себя вспомнить свои права, сообщить родственникам о том, что такое происходит, сообщить нам, что к вам приходили, для того, чтобы в дальнейшем было больше шансов защитить себя. Если возле вашего дома, вот я смотрю по вопросам, стоят машины с гражданскими номерами, пишите заявление в прокуратуру и в ближайший участок можете написать прямо участковому и продублировать в прокуратуру о том, что неизвестные лица за вами следят, находясь в таком-то автомобиле, что вы боитесь, что у вас из-за этого моральные страдания, потому что вы не понимаете, кто и почему за вами следит, что вы просите проверить, что это за машина, на кого она зарегистрирована, и установить, какие лица находились в этой машине такого-то числа, в такое-то время, и с какой целью они находились непосредственно рядом с вашим местожительством. Ответить на такое заявление вам должны в письменной форме. Если все, кто стоят рядом с нашими активистами, начнут отчитываться перед полицией, мы их просто завалим заявлениями. Хотя бы они начнут понимать, что люди реагируют правильно, не просто боятся, а пишут заявление за незаконное преследование. И я думаю, что нам будет уже немножко проще. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.